И вновь всем хайку, друзья! С вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем искать пасхалки в игре StarCraft 2. Первой пасхалкой станет вот эта замечательная канализация. Мне лично кажется, что это отсылка к черепашкам-ниндзя, а именно Микеланджело, Донателло, Рафаэль и Леонардо. И, конечно же, Сплинтеру, как же его забудешь-то? Как вы помните, они тоже жили в канализации под Нью-Йорком, но, к сожалению, самих черепашек мы тут найти не сможем. Хотя, постойте, это еще кто такие? В общем, кто не понял, это трехглазые черепахи без панциря, даже вон Эвок Сплинтер тут есть. Сами они не выделяются, но их можно, например, убить гранатой, что мы делать, конечно же, не будем. К слову, если это таки сделать, ничего не произойдет, они просто умрут. Ну да ладно, на этой пока еще веселой ноте мы можем пройти на следующую локацию. Здесь, вот в этом месте, можно будет подняться к обрушенному мосту, и Нова скажет: «Как бы мне попасть на ту сторону?» Чтобы это сделать, нам будет нужен костюм, который мы раньше взяли. И что же мы тут увидим? Кучка ученых втихую занимается йогой. Без комментариев. Устройтесь поудобнее в позе лотоса. На вдохе досчитайте до 10. На выдохе досчитайте до 12. Представьте, вокруг вас парят облака. Летают ангелы. Светит солнце, а у ног прыгают зайчики. Беззвучно рассмейтесь и дайте своей душе воссиять. Вы прекрасны. Ваше присутствие в этом мире имеет значение. Вы совсем не ничтожны. Полюбите себя. Обнимите себя. Но так, чтобы никто не видел. Уже в пути. Но и это еще не все. Если пройти ниже, мы найдем новое оружие. Как по мне, это отсылка к игре Gears of War и оружию Lancer. Там тоже есть такая винтовка, к которой прикреплен большой штык, а в новой версии и вовсе цепная пила. Мало того, как в приговоре можно еще найти и такую версию снайперской винтовки Маркса. Пожалуй, худшее пиво в мире – Зерксберг. Только здесь и только у нас, на Вердоне. Почему мне кажется, что они о Карлсберге говорят? Впрочем, мне-то откуда знать, я ж пиво никогда не пил. А вот и еще одна маленькая отсылка, даже две. Первая напоминает нам о фастфуде Long John Silver's и лозунги «Все, что ты сможешь съесть, всего за 7,99 каждый день пятницы». А еще есть вот такой котофей, который все время только и говорил Long John. Прямо рядом находится ресторанчик Tapas Manolo. Поменяйте слова местами, и получится оригинальное название знаменитого в Нью-Йорке испанского ресторана. Не знаю, конечно, является ли планета Вардона своеобразным Нью-Йорком, но тут тоже, видимо, есть свой Бродвей. И как-то часто совпадает Нью-Йорк, Близзарды и, в общем, странно все это. Черепашки ведь тоже с Нью-Йорка были. А еще тут есть вот такой то ли кинотеатр, то ли магазинчик с играми. В любом случае, я предположу, что это отсылка к играм и мультфильмам серии «Последняя фантазия». На данный момент существует всего 13 пронумерованных игр и 7 мультфильмов. Максимальный номер был «Последняя фантазия 15». На деле, правда, всего 13, но да неважно. А может, это просто тонкий намек на кучу продолжений «Звездных войн», которым нам пообещали? Ох, не завидую я вам, ребята. В последней же миссии я нашел всего одну пасхалку, но еще мне понравились вот эти маленькие роботы. Чем-то они напомнили мне сварщика из пиксаровского мультика «Валли». Что же касается самой пасхалки, в первом StarCraft мы могли встретить вот такой вот спутник. На мой взгляд, хорошая отсылка к первому СК. Добрая ему память, так сказать. А вообще, этих спутников аж целых два. Надеюсь, Blizzard додумаются выпустить полноценный ремастер от надвижки СК. Ну вот как-то так все и оканчивается, друзья мои. Пасхалок лично я больше не нашел. Если вы что-то нашли, то пишите в комментарии или мне в личку. А также не забывайте посмотреть пасхалки из прошлых частей, ну и мнение без спойлеров о самой Нове. У меня на сегодня все. Всем удачи, друзья. Пока-пока.